Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, это канал Булгаков Плей. Продолжаем проходить психоделические корни. Поехали сразу. Сегодня я увидел в комментариях, что я неправильно прохожу, надо слева направо до упора, потом, короче, как-то вот так. Да какая нахер разница, суть-то не меняется. Тут вот я уже запутался, поэтому... Поэтому мы в прошлый раз это прошли, я забыл уже. Ну давай типа вот это. Мэри, Ида, Самуэль и Альберт. Ага. А если я назад вернусь? Главное меню. Тогда нет, тогда давай вот это. Тут же Ида, вот да. Чтобы было правильное прохождение. А ты гадалка, бляху. Чё тебе? Денег дать? Мы же родня. Я где-то недавно в какой-то игре видел эти карты Таро. Ладно, пока ничего не знаем. Корона. Надо зафоткать. Ага. Так, повешенный. Там вроде тоже такая карта есть. Я не особо, конечно, сильно разбираюсь. Это человек дупло. Я чувствую, в комментариях напишут, как ты не знаешь карты Таро. Так. Все, то есть один остается его типа подбором. Так, король. У вас еще понять, кто из вас, блядь, кто. Так, это кто? Это повешенный? Или это в дереве, чувак? Повешенный. Это палочка вот эта. Ну, предположим. Дальше. Давай вот демон, дьявол. Кружок. Король и мертвый. Король. А, у них же подписано. Смерть. Смерть — это треугольник. Король. А, вот. Нет, это императрица. Стар. Эрмит. Ну, допустим, вот она будет. Треугольник. А чувак в дереве тогда кто? Ты? С первого раза. Так, что там с ключом? Держи. А нормально это? Можешь картинку перевернуть? Повешенный кружочек. Тебя будем подбирать, я не понял, кто это такой. А вот королева. Повешенный уже был просто. А демон, треугольник, перечеркнут. Thank you.
Да. А все, что ли? А, все. Ну давай. Так, еще раз сейчас просмотрю. Слепой это круг. Так, еще есть кто-нибудь? Ну ладно, короче, нахер вас. Так, чувак, который смотрит на звезды, я сразу его это засуну. Так, чувак, который смотрит на звезды, это вот этот, пока я его не забыл. А, повешенный, это перечеркнутый круг. А, какой-то волосатый мужик, что бы это ни значило, вот этот. Пойдет сюда. Король. Пойдет вот сюда. Демон. Ну, дьявол. Сюда. Че еще? Хуль ты орешь-то, блядь? Мистер Ворон. Я не буду. Ну да, там семью показали, вот эти вот все дела. Так, ну теперь пойдем слева. Давай эту. Эмма. Эмма, ты сына нашла? Или еще ищешь? Тебе еще одного надо? Опять из цветов. Че хочешь? А, где он? Да так он же в колодце. А, кисть нужна. Есть ракушка. А, кукурма. О, блядь. Так, а здесь что? А вот ключ. Так, это какого цвета, какие цветы? Это ладно, хорошо. А, кукурму, наверное, и ракушки перемолоть. Перемалываю. Кукурма? Нет? Значит, что-то так, уйди. Что-то не хватает. Она повесится сейчас, что ли? Ёбнулись? Дупло? Дерево обоссалось немного. И чё? Это собрать надо во что-то. Так, ключ. Бутылка. Это все сюда вылить. Ягоды. Белая краска. Ягоды. Красная, да, краска? Красная краска. Кукурма. Кукурмовая краска. Хорошо, ладно. Так, а я молодец, я не запомнил, какой цветок-то по цвету. Так, роза красная, тюльпан черный. Зафоткать это все дело. Угу. Так, и теперь, это роза. Роза. А, во. Мне прям полностью круг закрасить. Ты не закрасишься, да? А, тюльпан черный. Типа плюс-минус закрасить, он там само. Нет? Вот так, допустим. Пойдет. А, вот этот белый. Я тебе сейчас отвечаю, она повесится, блядь. Из-за того, что ее братец, блядь, своего племянника захуячил в колодец. Так, ну, отлично. Ой, как красиво, на дом похоже. Так, это тюльпан опять, он опять черный.
Юный Гоген, блядь. Так. Давай дерево закрасим. Дерево у нас оранжевое. Как-то так. Надеюсь, прям тут сильно стараться не надо. Ну и перебарщивать тоже, конечно, не нужно. Просто был бы какой-нибудь звук. Так, и это у нас желтое. Это у нас все желтое. Ну, допустим. Ага. Это очень важный момент. Ну все, что еще? Блин, да идеально же все. А вы что не закрасились? Точно тюльпан? Да точно тюльпан. Может, я плохо тюльпан красил? Я буду аккуратно. Ага. Или нужно веревку тебе нарисовать? Был бы главное, цветок закрашиваешь, остальное не важно. Ты чего? Не может быть. Повесилась. Да не реви ты. А если орган не надо собирать? Так, хорошо. Это, видимо, ее сынишка, который там сидит в этом. Ладно, поехали вот так. Леонард, Мэри, Ида, Самуэль. Свадебное фото. Ну, давай. Так, фаты не хватает. Очевидно, шляпы всем нужны. Мы же знаем, как это работает. Так, это что? Чего? Пока ничего не понимаю, ну ладно. Так. Ну, тебе, очевидно, фата нужна. Фата. Тебе, очевидно, блядь, что-нибудь это... Тебе вот так. Ты ж повесилась. А, все, не, я его это... Тебе. Тебе. Тебе маску нужна. Ну, будем думать, что по цвету костюма, ладно. Так, такое мы уже видели. Да, куб соберем. Шляпа. Ага, черная. Черная шляпа. Ну давай. Так, осталось тебе шляпа и тебе. Так, а две еще шляпы, значит, здесь. А как открывать? Работает эта кнопка, работает эта кнопка. Вот опять. А вы говорите, спидран быстро проходит. Вот чё, блядь, нужно? Ну, типа... Я не понимаю. Тут ничего нет. За фото у вас, может, уже хорош? Во, улыбайтесь. Хорошо. Так, а в это... Ничего у вас тут нет? По карманам ничего не прячете? Так, ну ладно. Нужно, чтобы треугольник получился или что? Может быть, это Ну, нет. Это не переставляется, это... Подожди. Раз.
два, три, раз, два, три, раз, два. Ну просто я как бы последовательность. Белый, точка. Четыре. Да, так и сработало. Ну, значит, и там так должно быть. Так, котелок. Котелок тогда не это. Тебе котелок. Это моя шляпа, блядь. Так, тебе котелок, а тебе его бандану, блядь. Для женска. Ну, какая голова у всех одинаковая, какая разница. Так, тогда пацану. Значит, раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Нет. Одна линия. Один. Одна точка. Один. Одна линия. Один. Три. Раз, два, три. Одна, одна, одна. Ну нет, что-то тут так что-то не работает. Погоди, тут что? Это ничего. Тут так не работает. А как тогда? Не знаю. Еще раз. Раз, раз. Раз, два, три. Раз, раз. Нет. Раз, два, три. Раз, два. Раз, раз. Это типа азбуки Морзе. О, вот. Вот тебе ж кипарь. Все, это пацанянку. Это тебе, а то слишком страшный, блядь. Так, погоди, дай зафотаю вас. Такое ощущение, что кого-то убили. Вот сейчас можно было бы не приближать, а то это... Так, ну и давай вот эту посмотрим, а потом уже пойдем обратно. Так, Мэри Ида Самуэль. Игра лжи. Так, кто кому... А, вы это, на лоб бумажки клеите? Код от замка начинается с 37. Ключ спрятан за правым нижним углом. Моя сестра умерла. Код замка начинается с 37, нижним углом картины. Так, вы, значит, пиздите мне, да? Ну давай. Правый угол картины. Левый угол картины. Эмма, так, это все понятно. Это не картина. Картина вот. Правый угол. Еще есть картина? Вот картина. Вот. Не напиздел. Это, кстати, мистер Ворон. Да. Код начинается с 37. Раз, два, три. Все, пусть будет 37. Так, это о том, что она повесилась. Инцидент в Расти Лейк Отель. Эмма Вандербум найдена мертвой. Ну, дурочка, что сказать-то? Так, опять карта Таро. Карточка. Так, сейчас. Так, ты что скажешь, мать? Мое фото в кармане у дьявола. Код от замка заканчивается на 46. В кармане у дьявола. Дьявол мы знаем кто. Дьявол он. Это ты? Похож.
Так, мы сейчас пока тебя не проверяем. Подожди, постой немножко. А, что ты сказал 46? Тот сказал 37, это 46. Вы что, ебанулись, руки свои тяните? Так, 46. Ну, я думаю, что вряд ли подойдет, было бы слишком легко. Ну нет, конечно. Значит, он наебал. Ну ладно, это мы в любом случае подберем. Про фото она сказала... Ой, про фото... Про, да, про фото она сказала правду, про пароль, значит, неправду. Он сказал про ключ правду и про сестру сказал правду, что она погибла. Значит, у них из трех карточек одна неправдивая. А я не люб... Мой брат не женат, врет. Карт... Чего, блядь, был только что? Я не люблю Иду. Это мы поняли. Мой брат не женат, карточка спрятана справа от картины. Вот это. Я не люблю Иду. Все, что ли? Или ты врешь насчет того, что ты не любишь Иду? А что тогда фотка у тебя делает, сучонок, в кармане? Ну, карточку я нашел. Право от картины. Так, ладно, ну давай тогда к этой. А, код от замка заканчивается на 94. Сейчас лето. Нет, пиздишь. А, на 94, сейчас лето. Карточка спрятана за левым верхним углом фотографии. Код заканчивается на 94. Но про код только двое говорят. Ой, это не фотография. Стой. Фотография вот. А, так. Значит, она сказала правду по поводу этого, а по поводу лета она напиздела. Следовательно, код заканчивается на 94. Ну, наверное, следовательно. Так, а есть еще одна. Значит, ну пойдем туда. Тут одна есть. Так, стоп. Что написано? Верховная жрица всегда говорит правду. Дьявол всегда лжет. Ага. Колесница врет один раз. Это нам надо распределить по ним. Императрица говорит правду один раз. Так, значит, посмотри на ружу. Ну какую, блядь, ружу? Так, ладно. А верховная жрица всегда говорит правду. А кто из вас? Ты верховная жрица? Ты? Сюда. Дьявол всегда лжет. Так, ты пиздишь. А это? Короче. Ты не будешь брать? Значит, что-то неправильно. Так, давай посмотрим по карточкам. Так, первое. Моя сестра умерла. А, код от замка начинается с 37. Он сказал правду. А, ключ спрятан. Все, он сказал три правды. Соответственно, это верховная жрица или кто там? Верховная жрица всегда говорит правду. А кто из вас верховная жрица, кстати? Или вот это? Вот, да, верховная жрица. Так, на, ты, бля, верховная жрица. А, ты? А тебе прям под руку или вы сами их возьмете? Дальше. Дьявол всегда лжет. Проверим. Ты, бля, пиздел нам все время? Я не люблю Иду. Врет, фотография у него в кармане. Мой брат не женат. Врет. Карточка спрятана справа от картины.
Тоже пиздит, ладно. Будешь дьяволом. Так, соответственно, если неправильно, значит, нам нужно поменять местами. Чего? Под руку положить? Не кладется. Кладется. Ну и? Брать-то будем? Так, дьявола, ладно. Колесница врет один раз. А кто из вас колесница? Ты колесница? The Chariot. Или ты колесница? Ну, ты не колесница, точно. Это тоже не колесница, это верховная. Колесница врет один раз. Кто из вас наврал один раз? Ты наврала один раз? Да, она напиздела. Она сказала, что код замка заканчивается на 46. Ключ спрятан под газетой? Подожди-ка. Под какой, блядь, газетой он спрятан? Тут нет ничего. Наврала. Так, еще раз. Врет один раз. Колесница врет один раз. Императрица говорит правду один раз. Ну и? Да вы, блядь, брать будете нахуй или чё? Может, вот так надо вытащить? Не понимаю. Значит, неправильно? Ну ты нам сказал правду. Это правда. Сейчас ли это неправда? Карточка спрятана на левом верхнем углу фотографии. Это правда. Значит, она солгала неправду один... Короче, неправду сказала один раз. А кто у нас один раз неправду говорит? Колесница врет один раз. Значит, наоборот. Или, может быть, вас наоборот поставить? Нет. Мое фото в кармане у дьявола. У него фотка есть. Значит, говорит правду. Тупик. Погоди. Ну, High Priest, это верховный... Сейчас, да. Значит, дьявол точно он. Колесница врет один раз. Может, вам сюда их засунуть? Я не знаю. Посмотри на другую сторону. Чего другую сторону, блядь? Как это работает? Посмотри наружу. В окно пойти посмотреть? Ёб твою мать. Олень! А, мистер Уоррен. А мне зачем рога? Тебе?
Че, бля, нахуй я с этими картами сидел? Ебался, блядь. Пиздец. Пойдем отсюда туда пойдем. Вуду, блядь, продолжается ебала. У вас все хорошо? Ну, допустим. Пуговицы не хватает. А, их нужно... понял, хорошо, понял. Ей нужно сердце порезать. Ты сам что думаешь по этому поводу? Нет, это не то, что ты подумал. Это нужно две пуговицы. Так, два органа. Так, вы так и сидите. Да ну нет, зачем сюда-то? Боится. А ты? Не боишься? Не боится, говорит. Так, надо поджечь свечку. Для каких целей? Пытать вас? А, все, какие эмоции будет показывать? А кто из вас? У нее эмоция... А мне кажется, других нет. Вот такая, нет? Нет, вообще другое лицо. Ну вот тебе кукла такая. А только две эмоции. А, нет, глаза разные. Вот такая, типа. Ну, предположим. Ты никаких эмоций у тебя не вызывает? А, вызывает. Так, значит, тебе что ли надо? Ну, давай. Вот так. Вдвоем вы должны так стоять. Да уйди ты. У тебя что? То же самое. Свечку поставить? А, вот сюда свечку поставить. Нет. Туда. Я не вдупляю. Ну, другие положения я понял. Просто эмоции не та, блядь. Либо я просто тупой. Вот теперь должны быть эмоции. Вот так. Тебе то же самое сделаем. Поджечься? Не загорается. Ну, на всякий пожарный. Какая у тебя эмоция теперь? А у тебя? Такая же? Какая там третья? Рука вправо и вниз. Или что-то должно поменяться? Да ничего не меняется. Хуйня какая-то. Музыка это раздражает меня. Кого ты одного из вас? Я не понимаю, что нужно-то, блядь?
Чего? Упал фонарь. Ключ. А это тыкнуть надо. Все, я понял. Эту надо тыкнуть в сердце. И? Тыкаться будем? О, бля. Тыкнул. Им уже похуй, что происходит. А, подожди. Вот теперь у нее что-то на лице стало меняться. Ну, допустим. Да убери ты свечку. Так, вот так. У нее просто открыты глаза и закрыт рот. Теперь типа работает. Открыты глаза и ровный рот. Дальше рука вниз, рука наверх. Рука вниз, рука наверх. У нее открытый рот, закрытые глаза. Открытый рот, закрытые глаза. Ну и третью давай подберем. Так, ножницы. Вам что-то надо отрезать? Тебе надо отрезать пуговицу? И тебе нужно отрезать пуговицу. А у вас два глаза. Мы их забираем. И понимаем, кто маньяк у нас, да? Ебать, нарколепсия. А время-то уже сколько много прошло. Я что-то увлекся. Давай тогда... Так, мы эту прошли. Давай вот эту тогда пройдем, и на этом на сегодня будем заканчивать. Так, Альберт, Мэри, Леонард, Ида, Самуи и Самуэль. Ебать. Ноты. А. Ае. 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 А. Хорошо. Б. С. Так, у тебя... О, у тебя самый нормальный инструмент. А это... Погодите, ребятки. Это для каждого партию надо написать. Нам не хватает тогда бумажки. Бабань, я понял, что ты хочешь музло послушать. Нам не хватает одной бумажки. Нашел. Так, хорошо. Надо это все дело зафоткать. Телефон. Сейчас зафото, подожди. Хорошо. Зафотал, поехали. А, скрипка. Не-не, пацаны. Скрипка идет. Е, джи, е, джи. Труба. А, труба, а, е, а, е, а, е. Флейта. С, б, с, б. Так, С, Б, С, Б. И барабан, Т, Л, Т, Л, Л. Все, играйте. Нихуя себе. Ты как?
Где они? Да им пиздец, по ходу дела. Глаз-то нет, видишь? Отрезали глаза. Так, тут что? С бабкой все нормально. Зубы. Мы нашли зубы. Очень странно. Какие-то легкие, какие-то неочевидные. В принципе, они все не очень сложные, но как-то так получается. Ладно, давай на этом заканчивать. Плейлист игры в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись видео со своими друзьями. Ставь лайки, оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока.